2020 учебный год ознаменован в третьей школе имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Колосова важным событием. В этом году открылся второй кадетский класс. Сегодня в школе две группы кадетов общей численностью 57 человек. Они такие же мальчишки и девчонки, как и их сверстники, только в форме. 21 октября в школе прошла торжественная церемония посвящения в кадеты. В этот день 28 обучающимся 5 класса было присвоено почетное звание кадет. В этот ответственный день новоиспеченных кадетов пришли поздравить почетные гости. Среди них заместитель главы района Сергей Окунев. Сегодня у вас замечательный торжественный день. Сегодня вы даете торжественное обещание гордо и с высоко поднятой головой нести звание кадет. Я желаю, чтобы это звание вы принесли очень достойно, чтобы на вас равнялись все первоклассники, чтобы вы были достойными последователей тех традиций, которые в вашей школе начаты. Удачи вам и всего вам самого хорошего. Кадет – это знакомое из истории, но основательно забытое слово. Вновь возвращается, вызывая неподдельный интерес у людей и старшего, и младшего возраста. Кадетские традиции – это преданность родине, обостренное чувство чести и мужества. Принятие присяги – один из основных символов воинской чести. Испокон веков каждый служивый человек на Руси принимал присягу, клятву на верность Отечеству, своеобразный символ веры. В своем виде обращения к кадетам с напутственным словом выступил ведущий специалист регионального центра военно-патриотического воспитания Ивановской области Михаил Куканов. Он поздравил ребят с этим знаменательным событием. Также к кадетам обратился и депутат областной думы, председатель общественной организации центра поддержки кадет Сергей Баранов. Он подчеркнул, что звание кадета – это не только красивая форма, не только престижно и почетно, но в то же время большая ответственность, упорный труд. Наступил самый важный и волнующий момент. Ребята в парадной форме построились для принятия присяги. Кадеты принимали торжественные обещания на верность родине, городу и своей школе. Клятву кадетов принимали старшие кадеты школы, куратор Александр Викторович Селиванов. Мы надеемся, что новый кадетский класс будет достойным продолжателем дела первого кадетского класса. Ребята освоят основы военной подготовки, будут заниматься спортивной подготовкой и станут активными участниками всех военно-патриотических мероприятий, которые проводятся как в нашем городе, так и на территории Ивановской области. И будут прославлять не только нашу третью школу, но и Фурманский муниципальный район. В торжественной обстановке замерли мальчишки и девчонки, четко и слаженно, как эхо, произносили слова взволнованные школьники. Перед лицом своей любимой школы, своими одноклассниками, учителями и почетными гостями кадеты 5 класса обещали верно и самоотверженно служить своему отечеству, своей малой родине, быть настоящими товарищами, воспитывать в себе лучшие человеческие качества. Старший кадет Алина Войнова подготовила музыкальный подарок, исполнив песню о друге. Лидия Юрьевна Иваненко поздравила ребят и выразила уверенность в том, что все присягнувшие будут с честью носить гордое звание кадета. А после принятия присяги директор школы и заместитель главы района вручили ребятам удостоверение кадета. Завершилась торжественная церемония посвящения в кадеты исполнением гимна школы и общим фото на память.